Жители Караганды могут спать спокойно. На дежурство заступили молодые бойцы Национальной гвардии Ултыкулан. На построение охранникам общественного порядка дали инструкции и ориентировки на предполагаемых преступников. В полиции отметили, что летом участились случаи краж в центре города. Это новобранцы Ултыкулан. Руководство дает бойцам последние инструкции перед патрулированием. Сегодня их первое построение и первое дежурство по охране общественного порядка. Во взгляде солдат видно волнение. Их можно понять. Ведь задача стоит ответственная – обеспечивать безопасность на улицах города. По центральному сектору с четверга по воскресенье постоянно заступают на охрану общественного порядка и общественной безопасности войсковая часть 54-51. В общем, количество 88 человек, которые охватывают 20 пеших маршрутов. Основной ее задачей это является охрана общественного порядка. Дежурят улановцы по трое. Их задача – внимательно следить за тем, что происходит вокруг. В некоторых случаях приходится пресекать правонарушения. Перед службой у новобранцев проверяют морально-деловые качества и знания основ общественной безопасности. Затем распределяют в роты равномерно по областям страны. Служба по охране общественного порядка на самом деле не очень тяжелая вещь. Просто у нас есть несколько важных правил. Самые главные задачи по нашей службе – это защита конституционных прав человека, защита правопорядка. Также мы охраняем вас, простых граждан, от таких людей, как закладчики, ночные проходимцы, пьяницы и так далее. Дежурство проходит в каждом районе города. Всего в Караганде заступили на службу больше 300 солдат-срочников из Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей. До тех пор, пока улицы города находятся под охраной таких бойцов, карагандинцы могут без опаски выходить из дома. Эмиль Фукс, Шалкар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5 канал.